И всем привет! Сегодня у нас очень необычное видео, особенно для меня. Speedpaint будет сегодня, так что не переживайте. Но сначала... Ура! Мне на обзор привезли планшет Artisul. Не думала, что он приедет ко мне так быстро. Даже особо не сидела, не парилась над тематикой ролика, потому что думала, ну, что там, вспомню какую-нибудь историю, будет стритайм или сделаю что-то про художников. Ну, как обычно. Но вот он приехал, и вся его история получения — это просто отдельный полноценный стритайм. Давайте же начнем с обзора, а затем будет сторитайм. А меня часто спрашивают о планшетах, но мне абсолютно не с чем сравнить свой опыт, ведь у меня всю жизнь был один планшет. Теперь мы будем сравнивать. Начнем с цены. Ребят, это, конечно, только мое мнение, но, по-моему, это реально очень дешевый планшет. Сейчас на сайте он стоит около 60 долларов, при том, что в нем просто дофига функций. Мой планшет был намного дороже, и в нем функций меньше, так что задумайтесь. И начнем мы с комплектации. Тут есть провода, есть для подключения планшета к компьютеру. USB-шники для подключения его к телефону. Да, его можно подключить к телефону и рисовать на нем. И это очень неожиданно. Сразу скажу, что работает это только с андроидом, не ниже 6.0, а яблоко он не потянет. И, по-моему, самое классное, что драйверов на телефон устанавливать не нужно. Я, к сожалению, не могу ничего показать, потому что как я запишу, как я рисую на телефоне. Но я попробовала эту функцию, все работает. Хотя, конечно, все-таки область рисования на телефоне очень маленькая. В любом случае, это очень крутая функция. Так что дальше. Тут есть перчатка, и я без понятия была, для чего она, потому что у меня никогда не было перчаток к планшету, и пришлось гуглить. Оказывается, это для того, чтобы не стирать планшет и не портить его, и чтобы было меньше трения, чтобы было удобнее рисовать. И знаете что? Да, это реально удобно. Теперь я постоянно сижу в этой перчатке и чувствую себя очень странно в ней. Так, тут есть салфетка для того, чтобы протирать сам планшет, видимо. Конечно же, стилус и наконечники к нему. А еще чехол для стилуса. Блин, господи, это супер-мега полезная штука. Я не ожидала, что она тут вообще будет. Мои стилусы от старого планшета вечно теряются, хотя лежат на столе. А теперь будет теряться чехол, но надеюсь нет. Итак, планшет. Он супер-мега большой. Даже непривычно большой. И вот мой старый планшет рядом с этим. Вау. В общем, рабочая область большая. И забегая вперед, от этого страдает скорость передвижения пера по экрану. Если вам надо, чтобы перо двигалось быстрее, просто уменьшите область на компьютере. Все будет круто, так что это даже не минус. Просто нужно настроить планшет под себя. Тут очень много всяких кнопочек и колесико, которые можно приближать холст и отдалять соответственно. Я как-то привыкла делать это мышкой, так что думаю, было бы неплохо настроить это колесико на увеличение или уменьшение громкости музыки. Но я пока не пробовала, но я уверена, что так можно сделать. И боже, самое классное для меня. Он светится. Ладно, я знаю, что это абсолютно не главная функция планшета, но посмотрите на мой всратый стол. Тут клавиатура и мышка абсолютно такие же. И у меня теперь есть полный набор сороки просто. Все светится и блестит. Красота. И я долго не могла понять, как он светится, по какому принципу, но все оказалось очень просто. В состоянии покоя он синий, а если вы им пользуетесь, то есть рисуете или открываете программу для рисования, он меняет цвета. Если планшет никто не трогает, и он подключен к компьютеру, то он погаснет со временем, но при использовании сразу начнет светиться снова. И это очень удобно и очень круто, потому что мои мышки с клавиатурой, даже если я выключу компьютер, будут светиться всю ночь. И как бы все, я разобрала все основные функции, показала его, и как вам планшет? Пожалуй, он очень удобный для меня, и с него не спадают дрова, что самое важное, потому что у моего старого планшета они слетали, даже если я просто открывала браузер. А здесь за неделю работы ни разу, вообще ни разу не слетели. Очень круто. Ну ладно, теперь мы переходим к Speedpaint. Этот арт я как раз делала на новом планшете, так что можете посмотреть и сказать, есть какая-либо разница, по вашему мнению, видно ли какие-то изменения, потому что... По-моему, что-то есть. К новому устройству всегда нужно привыкнуть. А этот арт я рисовал в самом начале, как получил планшет. Сейчас уже вроде как никаких проблем нету в рисовании. Но просто знайте, что к любому устройству нужно привыкнуть. И это нормально, если у вас получится не сразу на нем рисовать. Ух, ну а теперь story time. Как я уже сказала, забрать планшет с почты оказалось тем еще приключением. Я всегда знала, что мои родители меня явно недолюбливают. Но вся эта история мне открыла глаза на них еще больше. И на все мое окружение. Сначала это приключение
было достаточно веселым, если честно. Потом грустным и максимально ужасным. Тот день, конечно, был не худший в моей жизни, но официально один из худших. А началось с смс, где было сказано, что планшет приехал, приедьте в аэропорт и заберите его. Ну офигеть, подумала я, какой нафиг аэропорт? Почему не почта за углом моего дома? Мне ехать туда часа 4. Позвонила маме, так и так, мам, отвези меня, пожалуйста. Чё там, не так и далеко на машине, потратим час туда-назад. И она сказала мне примерно следующее. Это не мои проблемы, а твои. Вот и решай их сама. Отношение моей матери ко мне просто 10 из 10. Best mother ever. Что еще сказать, блин? С чего так, спросите вы-то, наверное, накосячила? Нет, я никогда косячила. У меня просто всю жизнь такие отношения. При том, что я явно не худший ребенок на планете. Работаю, сижу, рисую, типа никому не мешаю. Пью пивко по выходным, не шляюсь по улице. Помогаю с ее огородом, который мне вообще не всрался. Но свои проблемы решаю, конечно, сама. Обидно, но что поделать. Взяла с собой еще кое-кого, потому что я не ориентируюсь в городе, а особенно в тех местах, где я не бывала до этого ни разу. И поехала. Межгородний автобус отвез меня туда за офигительную сумму денег и всего за час. А дальше начался ад. Живу я в Беларуси, и если вы когда-то были в нашем аэропорту, то, наверное, примерно представляете, насколько он огромный. И нам нужно было с одной части аэропорта в другую. И, казалось бы, да пройди ты напрямую. Там же явно есть проход напрямую, особенно карты-то показывают, что есть. Но оказалось, нет. Нужно садиться на автобус и объезжать его целиком. А знаете, в чем проблема? Этот автобус, он один, и он ходит 4 раза за день. И на свой мы опоздали, а следующий будет через 2 часа. Поверив на слово Яндекс.Картам, мы решили пойти пешком. Ведь там было написано, что мы дойдем всего за 1.5 часа. В любом случае, получается быстрее, чем ждать автобус. Ну и мы пошли. И не верьте, пожалуйста, Яндекс.Картам. С видео его создателя немножечко пиздоболы, но тем не менее. Это было реально просто кошмаром. Мы шли туда 3 часа. 3 часа пешком. Я сдерла ноги до крови. У меня мозоли на ногах. И было все очень ужасно. Мне хотелось и есть, и пить. А мы с собой не взяли ничего, потому что кто знал, автобус проехал мимо нас. И он, естественно, не останавливается на полпути. А мы были, естественно, единственными, кто шел через этот лес до входа на этот КПП. Блин, я не знаю. И когда я уже пришла туда, просто села и была готова заплакать, потому что... Я очень-очень устала. И сразу скажу, что далее с меня взяли деньги за планшет. И это не вина компании. Мне его отправили на обзор бесплатно. Но по нашим законам белорусским, я должна заплатить 15% стоимости товара. Они меня заставили гуглить цену планшета. И я заплатила деньги. Что ж, ладно, все равно выходит дешевле, чем если бы я его купила. Забираю посылку. И потратила на это всего полчаса. То есть там даже не было очереди. Это было абсолютно пустое здание. То есть мы потратили 2 часа езды до аэропорта, потом 3 часа пешком и полчаса на вот это вот все. То есть если бы мои родители немножечко любили меня, мы бы все это сделали намного быстрее. Но на этом все, ребят, не закончилось. Выйдя из почты, ко мне подошла сотрудница аэропорта и вежливо спросила: «О, это вы шли всю дорогу сюда пешком?» И я такая: да. А она: «Да мы просто по камерам все смотрели, сотрудники, как вы шли. И все думали, вы словите вы попутку там или нет. Что же вы так не додумались ее словить?» И я такая: «Вау, круто! Спасибо, женщина, ты меня добила морально, потому что мы же таких два конченых дебила не додумались ничего из этого сделать, поэтому решили разодрать ноги в кровь и прийти сюда за посылкой в дождь, в холодную погоду. Ведь дел у нас больше других нет. Мы так любим природу, что готовы ходить по ней хоть целый день». Назад мы не пошли пешком, сидели 2 часа на остановке голодные, потому что никто не додумался поставить в место, где автобус ходит 4 раза в день, хотя бы автомат с едой. Потратили деньги на автобус, вернулись в стартовую точку аэропорта, потратили еще деньги на другой автобус, чтобы приехать в город, а там через метро и автобусы мы вернулись домой. То есть мы выехали в 8 утра и вернулись в 8 вечера, поев только утром. Этот день меня просто морально убил, и все мои друзья, которым я решила просто пожаловаться ради поддержки, решили, что у меня все отлично, сказали, что ничего такого не произошло, подумаешь, погуляли, все ведь хорошо закончилось, что ты грустишь? У тебя вот планшет, нашла, блин, проблему. И, в общем-то, я не знаю. Вроде как, даже если они правы, по моему мнению, друг в любом случае должен тебя как-то поддержать, даже если он считает, что ты абсолютно не прав. И
выводы в тот день я, в общем-то, сделала насчет всего произошедшего. Атмосфера сейчас в моей жизни просто отвратительная. Естественно, моя мама не считает, что она не права. Я сейчас болею, у меня и температура была, и горло, и я простудилась, и все-все-все, и кровь на ногах, как я уже говорила, все сдерто. Но она считает, что она была, в общем-то, права, ничего такого тоже не произошло. И, естественно, она злится, что теперь я болею и не могу к ней приехать, помочь с ее огородом. Хотя, если бы этого всего не произошло, возможно, я бы и приехала. А теперь я сижу больная и ничего не могу сделать. И вся эта ситуация, естественно, показала мне мир немножко с другой стороны. К сожалению, не самый ее лучший. Сижу со своими пластырями на ногах и думаю, где же я так накосячила, что вот это все произошло. Обидно немного, что поддержки я ни от кого так и не дождалась. Только человека, который со мной ездил все это время. Потому что он прошел через те же самые муки. А, да ни за что, за бесплатно считай. Хотя бы он понимает, спасибо за это. Но в любом случае, планшет отличный. Да хотя, честно, я не знаю, стоил ли он этих мучений. Наверное, дешевле было бы заказать курьера. Кстати, если кто-то напишет, там была возможность курьерской доставки. Но, как вы понимаете, все это было не бесплатно и очень-очень дорого. Я отдала абсолютно все свои последние деньги для того, чтобы забрать этот планшет. И теперь я сижу без денег. Скажите, что вы думаете на этот счет. Всем спасибо, что выслушали. Делитесь своим мнением. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чекайте обязательно мой паблик ВКонтакте с моими рисунками. Спасибо за просмотр и всем хорошего дня.